поначалу он, как и все, в домашнем кругу, с семьей. И то же самое продолжаю делать сейчас уже, когда с детьми. Тоже приучаю их, что это домашний праздник. В общем, в принципе, ничего необычного. В то время для нас было за счастье, когда там видишь футбольный мяч. Поэтому обычно его как раз хватало на год. Это в лучшем случае. Так красиво, даже не хочется разворачивать. Огонь. Как бы не зазнаться теперь. Видели, да? Это не про меня. Чуть-чуть, правда, это подбилось, но ничего страшного. Спасибо огромное. Здоровья, счастья, удачи, успехов всем нам в новом году. Вот это три мои. Это как мули. Мули. Это мули. 3-0. Счет. 3-0. Так, а кто автор? Можно узнать? Подписался под своей работой или нет? Да, Ахьямов Эльмир. Одесса, все правильно. Так, что тут? Какую тут схему мне нарисовал? Надо какую-то мысль подбросить, интересно. Ну, молодец, спасибо. Это понятно, это про меня. Нет, какой-то... Ну, что-то у меня более таким... Какие-то грустновато. Изобразил тоже. Это общее состояние. Я считаю, что где-то надо повесить у ребят в раздевалке. И пусть и подчеркнуть, что это написал 12-летний парень. Спасибо. Пожелание здоровья, оно лишним никогда не бывает. Темп, ритм жизни, страсти, полыхающие стрессы, они подмывают, как вода, песок. Поэтому стойкость и терпение, и неудачи, наверное, гораздо чаще встречаются, чем какие-то звездные такие моменты, счастливые. Но вот за этой крупицей счастья люди гонятся, и хочется пожелать, чтобы хоть эту свою крупицу болельщики получили. Но самое главное – здоровье.